Друзья, адская инженерная конструкция этой полочки, она имеет внутреннюю и внешнюю опалубку. Создавать я ее буду вибрационно-литевым методом, поэтому я сперва наливаю, зачехляю и потом доливаю. Вот. Что из этого получится, мы узнаем потом, интересненько будет. Также у нас здесь промежуточная перегородка, чтобы у нас в длину, общая длина 1285 пополам 642, чтобы у нас прогиба не было, здесь будет еще промежуточная перегородка. Раковина готова, загерметизирована, почищена, можно заливать. Сейчас будем намешивать смесь, но предварительно загерметим полочку и оставим ее до завтра. Завтра ее будем заливать, а сегодня будем заливать раковину. Так что поехали.
Это было путешествие в новый неизведанный мне мир. Взять только внешнюю опалубку без внутренней, положить ее на вибростол и текучим архитектурным бетоном пытаться создать форму. Я уверен, что завтра после того, как я расчехлюсь, я расстроюсь. Я думаю, что лучше было бы, если бы я просто намазывал рукой, как я это делал уже неоднократно, и были бы поры, которые необходимы, и которые на визуализации есть, и которые просили. Но я думаю, что те каверны, которые там есть, они меня расстроят. И придется много восстанавливать. Но это будет ясно только завтра. И завтра же будет полочка. Она уже почищена, готова, но у меня нет сил. Поэтому я поехал спать. Всем до завтра. Можно сказать, что я удивлен, потому что очень даже хорошо все получилось. Вот. Задача вот эта, чтобы было с каверными спорами, пошлифуем там что-то оголиться, мы это вообще не затираем, такое требование. Плоскость здесь мы затираем, но они не критичны, нету таких вывалин больших, о чем я думал. Так что это все достаточно хорошо восстанавливается. Пойдем сейчас на воду, тогда пошлифуем. И потом, после шлифовки, затрем поры и будем заливать полочку. Ждет, не дождется, когда я к ней уже приступлю. Ну, хороший результат, да. Сильно я
так скажем, перепугался. В общем, можно частично применять вибрацию, но смотрите, вот эта полоса, вот здесь разделительная, как я бы не пытался бы поднять, все равно она присутствует. Эта смесь более плотная на вибрации, потом частично то, что я поднимал, потом то, что долепливал руками. Вот, значит, нужно поднимать выше и размазывать по плоскости для того, чтобы эта прямая линия, она съелась. Это уже проверено опытом. Здесь ничего не затирается пастой, поэтому здесь тоже ничего не спрячется пастой. Потому что мы это и это не затираем. Затираем только верхнюю плоскость и чашу. Вот. Ну, по чаше они все однородные, равномерные, одного размера. Есть плюхи более глубокие. Мы их будем затирать, наверное, шпателем для того, чтобы выровнять у них плоскость. Хорошо прижать, примять, а завтра на повторную шлифовку. Будем смотреть, что будет получаться. Но пока так. Ну, в общем, мне нравится, прикольно. Давайте сейчас затрем поры, пока она влажная, пока адгезия хорошая. А потом уже будем заливать полочку. Ну что, друзья, все, затер, ручки класть нельзя, потому что могут остаться пятна. Ну, в общем, предметы никакие не кладем на наши изделия, только что восстановлены, только что шлифованы. Завтра мы уходим на повторную шлифовку, а я вам хочу сказать о том, что там в комментариях стали появляться все чаще и чаще умные такие умники, создающие, видимо, какие-то изделия, я не знаю, продажи, производители для себя, говорят о том, что я нихера не знаю, что меня слушать не надо, о том, что затирочная паста, которая сюда затирается, это просто цемент и пластификатор. Так вот, друзья, цемент — это клей. Ну, чтобы вы понимали, цемент — это клей, который склеивает наполнители, которые в него добавляют. Он не может сам по себе существовать. Вы не намажете ПВА, и у вас не получится мебель. И так и, друзья, здесь, чтобы у нас получилась хорошая затирочная паста, ее нужно определенным образом создать, ее определенным образом нужно довести до определенного состояния и определенным образом наносить ее в поры и каверни. И вот именно этому я учу на своих мастер-классах. А не том, что просто смешайте цемент с пластификатором, будет текучая жижа, и потом затирайте цемент. Затирайте, друзья, цемент. Удачи вам в этом. А мы будем затирать хорошей качественной пастой на моих мастер-классах, чтобы изделие прослужило долго, правда, и было красиво. Все, до завтра.
собирается это вот в такую конструкцию. Фасады будет делать другой человек, они будут делаться из шпона, дабы не повело ценные породы дерева. Закладные делаю я две пазухи, дверец будет, дверец, как правильно, дверок, дверей. Сдвижных шторок будет 4 штуки, 2 на одной направляющей, 2 на другой направляющей. Можно будет двигать как хочу. Короче, шкаф купе. Оголились немного небольшие поры, они мне не нравятся, хочу затереть. Вот в этой зоне, вот здесь и вот здесь немножко перезатру, так как вот это пойдет завтра на повторную шлифовку, потому что я сейчас в ней буду затирать поры, и они вместе будут набирать прочность, высыхать. Дегидратацию делать, и потом мы приступим к покрытию грунтолака и к монтажу. А сейчас давайте затрем порки. Разведем и затрем порки вот в этой прекрасной штуке. Дрюки, штуки-дрюки. Ну что, друзья, предварительная сборка осуществлена. Фасады это напиленные мною из моей фанеры, которая у меня есть в мастерской. Они будут заменены на лиственничные, это береза. Я дозалил дополнительные перекладины. Вот эта перекладина с выборкой под руку сделана для уменьшения прогиба в этой точке, потому что длина у нас 1,30 м. Дозалита дополнительная вот эта перекладина соединена, и дозалита с обратной стороны еще одна перекладина с этой стороны. Все собрано, все жестко, засверлены закладные в каждой плоскости вот этой по две штуки. 2, 4, вот в этой маленькой тоже 2, 6, 8 и здесь. 10, 12. 12 закладных, и они все соосные, они все совпали, и у нас конструкция соединена. Как это происходило, я вам не покажу. Эту информацию я оставляю для мастер-класса. Ценной информацией я делюсь только в формате обучения, так что приходите обучаться ко мне в школу бетона. Здесь, на базе моей мастерской. А мы оставляем твердеть на недельку наше изделие, вернемся к грунту лаку и приклеивание к горловине и финальной сборке. Склеивание нашей верхней консоли с раковиной. Всем хорошего бетона!
Ну что, ребята, все, фасады на месте, полочка приклеена намертво, фиг отдерешь. Они двигаются прекрасно по своим позициям. Можно поменять какой угодно стороной. Мастер Сергей профрезеровал здесь такие направляющие, за которые можно рукой цепляться и двигать. Так, ну все, можно вести устанавливать на объект. Друзья, очередной проект у нас закончился, установлен он у нас, сейчас у нас еще тут как-то ДВПР галит, не помню как называется, короче, у нас еще тут ремонт доделывается, но мы поставили и фасады установили, мебель у нас стояла, ждала нас, и соответственно шкафчики у нас приехали на место, водичка у нас открывается, утекает. Так что, друзья, всем хорошего бетона, прочного, красивого и побольше интересных проектов мне и вам.